Привет! В начале видео скажу только одно. Сегодня видео немного необычное. Досмотри его до конца и напиши, как оно тебе. Приятного просмотра. Под фуру заезжай, смотри, как чаёбит. Давай еще раз. Я как Джеймс Бонд. Ни хрена, вы что делаете? И самое интересное, что водителю вообще плевать на то, что происходит с его прицепом. Я развернул! Ни хрена себе! Не он ливнул сейчас. Ни хрена себе! Не, слушай, это однозначно весело. Обзорка, ты где? Бля, что с ним происходит? Он прицеп потерял. И он без прицепа поехал дальше. Нашел, короче, грузовик тоже с бревнами. А у него, видишь, он не такой, у него слишком низкий прицеп. Не подходит. У него бортики есть. Ну, еман, блин, что с ним происходит? Ты понимаешь, и он, короче, ему пофигу, он продолжает ехать дальше. У него прицеп как котик скачет, который хочет прыгнуть. Смотри на лап. Чё? Вау! Чё за хрень? Магнитная пушка. Магнитная аномалия, реально какая-то. У меня дверей в машине нет теперь. Офигенно. Машина дымится, дверей нет. Давай, замути чудо. О, нифига, мы как банда, как мафия одновременно вылезли. Там поезд едет, говорите. Воу-воу, да. Ну-ка. Чё, поезд раз на раз, да? На вот тебе. Опа, спецназ. Ты чё, обзорка, что с тобой случилось? Я думал, я тебя сейчас выброшу куда-нибудь, и ты под поезд попадешь. Ты охренел? Чё? Чё? Какого? А он лагает. У него двери открыты, залазьте. Блин, залезть нельзя. Стой. А почему он лагает так жестко? Он жестко лагает. Да, кстати. Едь в другую сторону. А ты бибикаешь им или нет? Я в нем! О, подожди, Кряк, стой на месте, сейчас будет ехать чуваки, поезд, посмотрим, чуваки, что будет. Дали, не уезжай дали, никуда. Дали. А посмотрим, у него вообще коллизии есть? Я могу выстрелить? У значит? Него коллизии есть, прикинь. То есть он не пройдет сквозь поезд, по идее. Ты чё, Кряк? Я поехал. Кряк. Ну стой, остановись! Ты куда поехал, верти в обзорку, сучка! До свидания! Обзорку увезли! О, рампкар, only for me! Нет, я все понял, я пойду пешком! Тихо, дурак! Меня забери как бы! Ни хрена он быстро вернулся! Как я это ел? Это я выбираю! Я просто попал бы к тебе в кабину! Поезд пуля в GTA Online! Электричка пуля! Это, короче, платформа. Платформа 9 и желтая машина. Я верю в то, что я могу зайти сюда. Наверх, наверх! Можно. И что-то наверху. Мне интересно, да. Вот этот трамвай можно крыгобобом поднять? А нет. Может поезд, короче, спавниться не будет, потому что типа уже стоит один. Может, нет. Этот удалим, подождем, пока другой заспавнится. Не-не-не, он должен ехать. Короче, ребят, знаете, в чем прикол? Поезд не спавнится, потому что этот поезд это реальный поезд, и мы сломали GTA Online. Сейчас мы его уберем, как-нибудь уберем. И будем надеяться, что появится новый поезд. Кстати, ты не лагаешь, Илья. Что? Он неправильно стал, смотри. Он неправильно стоит. Да, он как стоит. Будто бы в кривой Илья, находится. Стой. О, двери открылись. Это не ты был за тем трамваем? Нет. Как можно дальше? Поезд? Чего? Что? Как ты это сделал? What the fuck? Посмотри, там вагонов у него. Плюс поезд. Ни хрена у него вагонов. Ну что, серьезно? Охренеть. Нет, еще это послушай-ка. Виноват, мне кажется. Поехали, поехали. Ни хрена. Меня забыли. Меня тоже забыли. Я упал, все. Ой, отойдите с дороги. Да, да? Ой, чего? Мне повезло. Мне не очень. Хорошо, он едет. Все, пусть уезжает. Он своеобразно назад. Он обратно поехал. Ты понимаешь, что ты не в ту сторону поезд направил, теперь он будет не в ту сторону ехать. Так он обратно приехал. Он опять. Вы видите? Он его зациклил, знаете, как это адский поезд, вы понимаете? Это адский поезд в GTA Online. Что с ним происходит? Что с ним? Это Quantum Break, сломанное время, короче. Он, понял, не в ту сторону поехал, как бы. Я Гарри Поттеру пока. Офигеть, у него вагонов много. Пипец, он длинный. Он поезд едет, чуваки, видите? Ну где, ни хрена у него все платформы, прикинь. Что-то дофига. Мне кажется, нет. Мне кажется, едет, стоит. Едет! Не ставь пока, не ставь. Сейчас он выйдет с тоннеля, потом ставь. Я скажу, как это ставить. Ставь! Да, быстрей! Да. Ставь! Не тот поезд! Надо было трамвай ставить! Ну ладно. Кажется,
Стой, остановись на месте, не дергайся, сейчас будет жесть. Ну что сейчас будет? 3-2. Он же с коллизией, какого хрена, блин? Ясно, понятно. Ну, что с тобой? Со мной не знаю. Отправь его вперед. Настоящий поезд просто протаранил поезд и прошел насквозь. Было бы так в жизни, было бы вообще круто. Два вагона, почему все два вагона у него? Все, двери открылись. Все, давай, нужно загонять велосипеды сюда целую кучу. Только кучненько, кучненько, ребята, контрабанда велосипедов. Где вы такое видели? Ну, началось, короче. Сейчас самое будет интересное, это когда вы будете с них слазить. Ой, я падаю. Нифига, грузовик шатает. Велики закончились, пацаны. Ща дам. О, BMX. Все, ништяк. Я застрял. Как? Че ты застрял, обзорка? Загони велосипед уже, не позорься. Ой, мне хорошо валяться тут, в принципе. Таман тема. Заспавните дозер, поставьте его прямо сюда и будем дозером. Что? Улетел. Заспавните дозер, будем дозером прямо сюда их загонять. Обзорка, давай, запрыгивай. Обзорка, ты опять попасть не можешь. Обзорка, уходи оттуда, не позорься, обзорка. Там два грузовика, этого слишком много. Так, что за хрень происходит? Посмотрите! Я как ежик из этих великов, посмотрите на меня! Вы видите не сбоку, что происходит? Чего с тобой врыс? Они торчат из тебя! Я тебе говорю, как ежик! Ты задом едешь, нихера себе! Ништяк вообще классно! Теперь они подо мной, да. Офигительно! Я не могу понять, ничего сделать. А, все, ништяк. Нет, я не могу проехать! Все, ништяк, я вроде перевернулся, можно... Да, почти. Можно ехать. Совсем можно ехать. Такой лол. Поехали. Слушай, сейчас я выйду отсюда аккуратненько. Все, я все понял, я, короче, не выйду отсюда аккуратненько, я ливаю. Давай новый. Нифига, я сайта замутил. Еман. О, сядь, сиди на велике. Ты че, блин, гряк творишь? Обзорка, садись на велик. Обзорка, я тебя хотел подвести, бесплатная транспортная компания. Давай, заезжай. Получается. Спасибо. Чуть-чуть неровно. Чуть-чуть, по-моему, все велосипеды в ковше остались. Давай еще больше великов загрузим туда и ништяк. Отпустите меня. Что, я умер? Я тут заезжаю же и умираю. What the fuck? Я тоже сейчас сдохну. В тебе застрял. Ты что, дурак, что ли, такие вещи говорить? А ну заедь сам туда, заезжай сам туда. Еман, у меня двери лагают в грузовике. Заезжай на тракторе сюда сверху. Он не едет дальше. Он все, ковш застрял. О, да. Давай я заеду. Не, на бустах тоже можно. Или давай я дверь закрою. Закройте двери, короче, закрывайте сейчас двери. Я бегу. Давай, пока я это держу их, чтобы они не выбежали. Давайте, велики хотят сбежать. Давай. Да как же вас... Есть, закрыл! Все, контрабанда велосипедов. Погнали. Поехали. Езжайте за нами. Ой, да спасибо, бляха муха. А чё они больше не лагают, подожди. Не, сейчас надо их разлагать как-то. Нам нужно начилять, пацаны. Ну там лагают велики. Да. Надо открыть дверь и зайти... Что? Велик на сзади. Ты чё, ты офигеть? Посмотри вниз от первого лица, вумен. Чего? Посмотри. Там велики. Везде велики. Со всех сторон. Там моя голова в грузовике. Вперед проедь. О. Нифига, ты что там лагаешь? Да. Ты лагаешь в кузове? Ого, машину шатает влево-вправо. Еман, ты меня, короче, сквозь кузов провалился. И ты жестко лагаешь. Еще страшные звуки. Нифига тебя там кочеёбит. А я отсюда уже не выйду, походу. Я включил режим, он не взлетает. Серьезно? Мне да. Грузан вправо-влево шатает. Давай, газуй куда-нибудь взять вперед. У меня он не прет. У меня, короче, грузан подлетает вверх. У меня он тупо застрял в тебе. Колесами. Серьезно? Понятно. Давай еще раз, попытайся погазовать. Я вправо-лево. Я нажимаю все что угодно, он вообще не едет. Да, и он опять застрял. А как оно застревало? Нифига мне камера. Ой, смотри, что у меня с машиной. Твою машину вообще вмяло всю. Че за жесть? А я сейчас разгонюсь. О, он на нас разгоняет. Тебе жопа, да. И мне тоже. Что за хрень? Это реактивное ускорение Илон Маск.
Поехали. 3, 2, 1. Илон Маск. Я тебя по максимуму ускоряю. В прошлый раз, значит, баг был. В прошлый раз багануло, походу, по жести. Там горка вроде была. Нет. Да, она бы не дала такое ускорение, такой прирост скорости. О, ускоряемся. Может. А нет. Да, потихоньку, потихоньку. Тут обижать через всю парашюту надо. Он не рулится вообще. Вот он подпор сейчас. Он в какой-то момент начинает жестко лагать и его вообще несет. Капец ее штырит, давай. Во, поперло! Поперло, да, давай! Еще давай! Давай, давай! Лагай там, лагай, лагай, лагай! Лагаю! Слетаем! Огнедев мозг сейчас. Короче, это как какой-то баг мы ловим. Ни хрена тут трафика дофига и больше. Откуда столько трафика в GTA взялось? Никогда столько трафика не видел. И что, никак не вылезти, а вылезти? Что, вылез? Вон туда! А что там трафика много? Я не знаю. Так, а ну где? Попробуй полагать и сам. Кря, как ты долагал? В смысле, я на самом деле ну, лагаю. Чтобы оно дергалось, поделай так, чтобы оно дергалось. Что случилось? Меня хер. Пока, пацаны. Ребят, на этом, собственно говоря, все. Сегодня мы просто играли в GTA 5 онлайн и решили это записать. Собственно говоря, вы это и видите. И если тебе понравился такой стиль видео, обязательно напиши об этом в комментариях и поставь лайк. Не забывай про подписку, чтобы не пропустить новые угарные видео. С вами был Квантум, всем до скорых встреч, всем пока.